29 июня в далеком 44-м войска 1-го Белорусского фронта победоносно завершают Бобруйскую наступательную операцию, благодаря которой освобождают территорию от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что в эту значимую судьбоносную дату спустя более 30 лет в город возвращается боевое знамя 5-й гвардейской танковой армии, которое передают из Национального исторического музея Беларуси. 5-я армия – это одна из 6 армий, которая непосредственно принимала самое активное участие по освобождению. Это армия наступления. В 43-м году в марте месяца, 23 февраля, указом Ставки Верховного Главнокомандующего был указ издан о создании 5-й гвардейской танковой армии нового типа, типа наступления. То есть все на гусеничном ходу, все в броне и тылы. То есть убрали гужевой транспорт, что это, повозки, лошадей, и пешим порядком не ходил, все были на броне и на гусеничном ходу. История подвигов. Войска 5-й гвардейской танковой армии принимают боевое крещение в районе Прохоровки на Курской дуге и завершают победоносный путь на берегах Балтийского моря. За годы Великой Отечественной участвуют в 16 крупных сражениях и операциях. 53 солдата и офицера удостаиваются высокого звания Героя Советского Союза. Около 39 тысяч человек награждают орденами и медалями. Нам на сегодняшний день, их потомкам, так сказать, нужно тоже приложить максимум усилий к тому, чтобы не допустить вот этой опять бойни, которая происходила в 41-45 году. А чтобы этого не было, мы должны усилить военно-патриотическое воспитание молодежи и нашего населения. А вот это знамя, оно как раз будет нас вдохновлять на то, чтобы более усиленно заниматься вот этим вопросом воспитания. И оно у нас будет как бы ореол, на который мы будем равняться и будем проводить вот эту военно-патриотическую работу. Подлинные фотоматериалы, знамена времен Великой Отечественной войны, личные вещи офицеров и солдат, награды и увлекательные макеты. Количество экспонатов завораживает. В музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии каждый желающий может прикоснуться к истории и еще раз вспомнить героический подвиг, который совершили наши деды и прадеды под знаменем легендарного полотнища. Музей был создан в конце 1957 года силами офицеров 5-й гвардейской танковой армии. Сегодня мы являемся наследниками этой уникальной музейной коллекции. Многие участники Великой Отечественной войны были еще живы в этот период, многие даже продолжали служить, общались с семьями и благодаря этому собрали действительно уникальную музейную коллекцию. Посетить можно в любое время с понедельника по пятницу. Экскурсии проводятся по предварительной договоренности. С историей знамени знакомят 25 ребят лагеря «Патриот», которые круглосуточно проживают на территории 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Именно здесь сейчас находится символ воинской доблести и чести. Не исключено, что в ближайшем будущем он займет почетное место в музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии, как напоминание о священном долге защиты Отечества. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.